Вот. И на Трова тоже очень сильно попрошу. Леший, как 2000, ты шо? Спасибо тебе большое. Слушай, от да. От других стримеров я ушел. Не повезло им, ахаха. Слушай, ё-моё. Спасибо огромное. Ну, это прям приятный пипец. Мягко говоря. Огромное спасибо тебе. Я прям доволен. Опа, девяточка. Не пробил. Хорошо. Слушай, у него какая-то хорошая очень броня, не? Спасибо, Леша, тебе огромное еще за 2000. Очень, очень приятно и очень жестко мотивирует. Ну ладно, 8% это уже типа 1/10, да, практически. От того, что нам нужно. Это неплохо. Сказать, что нам еще много? Ну, на самом деле ничего не сказать. Так, у него вроде личок есть, да? Угу. Кран. Кран ошибается. Самое смешное, что так медленно апается отметка в начале. Понимаете, в начале. Ну-ка. Ой, хорошо. Чётенько. Так, ну здесь я его буду видеть. Вот тут. Только главный вопрос, поедет ли он дальше. Пальцы ноги чешутся. Ай, как их почесать-то? Косяк, спасибо за 500. Так, это что? Еще один супер крутой стрим будет. Я так понял. Спасибо вам огромное, гайс. Еще и без текста. Ё-моё. Жестко, жестко, спасибо. Это прям приятно. Стрим продлится до утра. Ну чё, сидеть пока все, пока фулл стоп не будет. Но я так понимаю, вы этого хотите. Чтобы был такой стример, который на этом танке посидел бы максимально долго. Папаха заехала. Интересно. Ну, короче, главная моя цель сейчас просто ждать. Реально, просто ждать. Здорово, 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 банан. Здорово, здорово, да, сори. Здравствуй, Серега. Я тебя в чате видел, что-то это не поздоровался. Да, пока я ничего не делаю, можно домик убить. Убью кумулем, потому что слишком много здесь всяких заборщиков, поэтому ББшки 6 штук мне пригодятся. Ладно, ждем. Кто еще будет сидеть 15 часов на этом новом китайце, если не я? Видимо, сегодня будете засыпать под мой стрим. Тем более, я выспался. Я вот только выздоровел, поэтому можно немножко, да, пострадать фигней и опять заболеть. Ну ничего. Я его не увижу, да? Там пиксель только виден. Не, ну там пиксель виден. Лаудшот, здорово. Еще одна имба залетела. Добрый день. Добрый. Хорошего стрима. Спасибо большое. Вот тут у тебя очередной карачу. Полный. Ну пока танчик такой. Не сказал бы, что классный. Какие тайминги, я обожаю их. Спасибо, Лаушотище. Ну да. Да, сидеть мы будем долго сегодня, судя по всему. Сегодня. И завтра тоже. Ну-ка. Попади! Я попал. Вопросов ноль. Ой, как он... Леший, блин! Леший, ё-моё, спасибо еще за 2000. Ку-ку, давно не виделись, ггг. Жестко. Спасибо огромное тебе. Я почему так сильно? Даже час от стрима не... Хотя нет, час прошел. Благодарю, Леший, благодарю. Кому и хай. Не, я что-то это не понимаю немножко, как в этом бою действовать. Вот я вроде жду, а это бесполезно. Леша, еще раз гигантская благодарность тебе. Но мне, наверное, придется сейчас на кумулях выйти. 3 ББхи осталось, это плохо. Еще куча танков не светилось. 320. Ага. Тут никого. А, понял.
Ну, здрасте. Не пробьешь, спасибо. Ну, здрасте, здрасте. Офигенно, блин, что за бой? Ну что это такое? Что-то ужас тут творится. Здорово. Рекомендую танки для ЛБЗ СТ-15. Катаю на ТВП и Роге. Пойдет ли 430? Понимаю, что это дело случая, но тем не менее. Угу. Да обалдеть, вы что делаете? Погодите. Куда так жестко? На всякий случай, добрый. Эдикта, здорово. А то боюсь, не досижу. Вы что творите? Погодите, дайте мне немножко... Он пропал. Он пропал прямо передо мной. Он просто пропал. Спасибо огромное. Тайлер Дёрден, хайп. Рекомендуй танки для ЛБЗ СТ-15. Катаю на ТВП и Роге. СТ-15? 121Б неплохо подойдет. Хороший танк. 121Б. Вот, 140, в принципе, тоже подойдет. В теории. Надо его спасать как-то. Надо просто его спасать. Отлично. Мне нужна помощь. Ой, не пробил нормуль. Так, сейчас, секундочку. Есть, живем. Диктит, огромное спасибо. Не пробьешь еще разку. Надо мне спасти Е4, но пока не могу. Пока не могу я это сделать. У меня ББшки закончились, вот это проблема. И нужно просто на пофиг уходить и убивать его. Сзади танки. Сейчас, сек. Иди тут за 4 двойки огромное гигантское спасибо. Хорош. С 21 Б подойдет, да. Если у тебя есть возможность на нем покатать. ТВП и Рога тоже, в принципе, подойдут. Нужно попасть в удачный бой, чтобы 115 выполнить. Ясно. Либо альфа не прошла, либо не пробил. Мне 10 снарядов осталось. Блин, и как мне... Что надо для СТ-15, по-моему, 3500 урона по ТСА нанести, если я не ошибаюсь, или 2500. Парни, спасибо вам огромное за такую лютую поддержку. Тогда у меня вопросов нет пока в плане длительности стрима. Он будет очень длинный, судя по всему. Да как я его высвечу? Ща. О. На всякий случай лучше добить. Мое уважение. Ну, 3500, да, 3500. По ПТСАУ. Накидать. Ну, это много. Тут никого. Ладно, ждем. Проблема в том, что если я начну вот здесь разыгрывать, меня отсюда могут спокойно убивать. Вообще без проблем. У него УВН на фаре пропадают? Нет. Не пропадают. Опа. Блин, это так гениально. Ё-моё. Вот это расстояние между танками. Насколько это крутая тема. Все, теперь мы можем знать, когда рентген, когда не рентген. Это шикарно. Это просто шикарно. Это гениально, это круто. Это круто. Все, 34 метра. Рентгене всегда не нужны никакие здесь круги. И в целом любой человек теперь будет знать, когда он в рентгене, когда нет. Это прям упрощает игру максимально сильно. Респект за это. Это прям круто. У девятки пропадают? Ну, да, это... Девятка. По 50-очку.
Сколько здесь? 57, все, они в рентгене. Очень круто. Блин, имба. Имба. Аноним, спасибо. Привет. Хорошего стрима. Здорово. Подскажи, какой танк лучше, 55А или КПЗ? Наверное, в плане стабильности чуть лучше будет... Точнее, чуть стабильнее будет, мне кажется, КПЗ. Наверное, но ХЗ на самом деле. Сейчас аккуратненько заползем сюда. Спасибо, аноним. Да и в плане экономии лучше КПЗ. 50Т. Ты даже не довернул башню, уже выстрелил. Ну, потому что КПЗ нормальное пробитие под калиберами. А на Т-55А нужно будет исключительно на кумуля гонять. Так что в этом проблема. Ой-ой-ой, вот это я ошибаюсь. Вот это я глупец. Давайте поедем за ним. Нам нужно разжиматься. Если кто-то будет возвращаться, нужно быстрее это все отрезать. Ха-ха, я знал, что ты будешь убегать. Тебе лучше вот сюда было проехать. Так, ну сейчас мы будем светить. Сейчас, одну секунду. Да блин. Что, они меня даже принимать не будут? Что за бред? Что за бред? Что за бред? Где? А, бабаха. Классно. Мы, кстати, успеем. Вафли туда поехали. Чего? Нет, ну нет. И он сейчас упадет, да? Поставь его на каток. Есть! Успел, нормуль, 5500. И сколько суммы? Блин, как тут врубить? А! Отметку показывает? Это шикарно. Ух, что за потный бой.
Да ну, отметочку показывает. А вот это, знаете ли, вообще шикарно. И это мы можем убрать. Модернизация. Вот, красавчики, спасибо. Спасибо, модернизация. Есть, мастер сюда. Сколько? 7400 урона, 7 фрагов, 1800 ассиста. Ну, другое дело. 11.44. Почему оно не растет? Почему мне за бой на 10 тысяч суммы практически, на 9200, дают плюс 3% в самом начале отметки? Сколько здесь планка? 6 тысяч? 6500? Что за фигня?